Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России. Под таким названием сегодня в Якутске стартовала 5-я международная конференция с участием иностранных и российских компаний. Выставку достижений предприятий, работающих в малой энергетике, развернувшейся на площади Орджоникидзе, посетил глава республики Игорь Борисов. Он также принял участие в пленарном заседании конференции. Юлия Михайлова продолжит. По словам главы республики Егора Борисова, развитие локальной энергетики – один из эффективных способов экономить бюджетные средства на завоз дорогого топлива. А создаваемые благоприятные условия помогают привлекать в республику все новых инвесторов. Строить новую энергетику в небольших населенных пунктах начали еще в 2011 году, впервые среди регионов страны. Сегодня в Якутии солнечных станций уже 16, а до 2025 года ежегодно в регионе должны вводить не менее 3 новых. Якутия, как и Краснодарский край, самый солнечный регион Российской Федерации. Вот почему конференция проводится именно в республике. С помощью нашей конференции мы привлекли сюда огромное количество разных компаний. Теперь все знают, что Якутия – это очень хороший регион с точки зрения возобновляемой энергетики, что это пионер по вводу солнечных станций. К Якутии, как к потенциальному партнеру в реализации совместных проектов в области локальной энергетики, присматриваются дальние и более близкие соседи. Некоторые приехали на конференцию впервые. При поддержке вашего правительства Саха-Якутия очень много сделали в этом сфере. И даже построили самые северные солнечные электростанции. Да? И это тоже оставили нам очень сильное впечатление. Наша коммерческая служба в Москве работала с этими компаниями и с организаторами, такие как Росгидро и правительство Саха-Якутии. Это наш первый визит нашей коммерческой службы здесь. А строительство ветроустановки в Тексе с участием японских специалистов уже вышел на новый практически уровень. В настоящее время в Японии проводится технико-экономическое обоснование этого проекта и подбираются потенциальные участники, которые будут непосредственно с японской стороны осуществлять этот проект с технической точки зрения. Для республики строительство солнечных станций и ветроустановок – это не только привлечение инвестиций, но и, пожалуй, самое главное – чистая окружающая среда. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.